Всем привет, друзья. Мой хозяин хозяйничает, режет картошечку. Мы собрались варить лагман. Купили вот макарошки к супчику и поставили варить говядину. Так, сейчас мы смотрим. Ну, приличное тут количество мяса. Вообще. Много-много. Слушай, ну правда много даже, Антош. Нормально. Вот. Сейчас сыночек пошел разжигать огонек. Не помню, дверь хлопнула. А, ты разжег уже? Да. Вот, будем еще сегодня жарить шашлычок. В общем, варить лагманчик и жарить шашлычок. А Вика сейчас гуляет с Дженей. Вон мангал разожгли. А Вика, говорю, гуляет с Дженей. Хотела показать, но не вижу, не знаю, с какой стороны. У нас грязь, слякотно, снег уже сошел. Вот. Сейчас, когда пойдем на улицу жарить шашлычок, тоже Дженьку вам покажу. Тоже будет с нами жарить. С нами хвост крутиться будет. А Викулька будет собираться у меня. Вон она там, кстати, за машиной маячит, шапочка. Викулька будет собираться на волейбол. Записали ее на волейбол. Ходит 4 раза в неделю. Вот, туда по 1,5 часа. Андрюха тоже ходит, но у него 1 раз в неделю по часу. Потому что тренер в основном занимается девчонками, тренирует именно девочек. То есть какую-то школу олимпийского резерва, что ли. Вот, ну, ходить стали не так давно. Сейчас я как раз покажу вам, что у меня тут на подоконничке. Фронечка. Тоже очень много бутончиков. Отсушила. Хотя думала, будет классное цветение. Дала ответвление одно. Дала ответвление вон там другое. Третье. И все поскидывала. Ну тут вроде наливает. Посмотрим, что будет. Вот. Так что оставайтесь с нами. Накормим вас шашлычком. И лагманчиком. Ах, не уследили, все у нас тут вылилось. Ой, не знаю, в общем, либо диетически будет туда слагман. Чего там? Либо, говорит, смотри, шарпа. А теперь, говорит, я сварю то, что сварю. Потому что там надо обжаривать мясо, обжаривать лук, болгарский перец. То есть зачем все? Ну, в общем, надо как будет. В общем, у нас пока непонятный все-таки. Какой получится. Ну, хозяйничай, чего уж теперь. Да. В общем, там все обжаривать надо. И мясо было обжаривать надо, и лук обжаривать, и перец обжаривать, морковь обжаривать. Мы это все не обжарили. Вот. Поэтому либо диетическая шарпа, либо что, не знаю. Ну, к тому, что там потом пережаривается, туда добавляется мука. То есть он такой вот насыщенный, жирненький. Привет, доча. Готовься к волейболу. Это грязно. А, вот, и когда кладется уже мука, получается, что он такой наваристый получается. Вкусный. Вкусно будет, вкусно. Вкусно, вкусно. Вкусно, вкусно. Ой, как хорошо, когда мужчина готовит. Редкость, ну. Так приятно. И у нас готовы уже. Оня, кто там такой? Кто там такой? А, Джиня, привязала тебя Вика, да? Пошла одеваться? Фу! Фу! Ай-яй-яй! Нельзя. Ну, давай.
Знаешь, что нельзя. Знаешь же, что нельзя. Знаешь, красавица моя. Все кусаться. Давай я тебя отвяжу. Ты тут совсем тут запуталась. Красоточка наша, да? Женя. Красота наша. А? Мусора у нас тут много. Чего только нет. Вон и окурки, и фантики. Окурки это еще строители. Приходящие. И мебельщики у нас тут. Только дай да покурю. И потолочники. Да, даже находили их в доме. Чему красавицу? Чему ее грязовицу? Рыжеет наше солнышко, рыжеет. Ай-яй-яй. Фу. Да, там тоже другая жизнь есть. Смотри, чтоб тебе за нос не откусили. Да, там собаки злые. Будем еще знакомиться с ними, предстоит. Ну куда же? Угу. Съедят, не побрезгуют. Угу. Ты давай Викуху уже веди. Вы она обувается. Опоздаете. Вот ты что поперлась, ходила по краю, а? Ноги себе переломаешь. А, за мясом. Он тебя сейчас съест. Вот тут можно бегать. Тут хорошо. Нет, не пойдем туда. На улицу. Вот. Обуваются, собираются мои. Вот сегодняшний фуфлычок. Хозяин идет. Ой. 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 Дверь закрывай, дверь-то закрой. Не ругайтесь. Закройся, куда? Закройся тоже. Что? Да что, он сейчас дверь откроет, она рванет куда. Женя нам тут яму выгорала. Наверное, уже готовится к огороду, да? Женя, моя сладкая. Прям не прыгай. Нет, нет. Готовишься к посадкам. Ой, все подбирает. Нам тут тоже сказали. Надо приучать ее сразу к наморднику. Но мы пока еще его не купили. Наверное, да, надо ее не только приучать. Что такое? Что такое? Рыть будешь? Ой, ужас, что было, девочки. Открыли дверь, она как побежит на улицу без ошейника, без поводка. Ой, я за ней, я думала, я ее поймаю быстро. Поймать мне не удалось. А в тапочках вышла. Ох, она извозякалась вся в грязи. Я ее тут за шкирдак взяла. Несу ее. Пока дошла. Донесла она тут, как начала визжать. Ну, понятно, кому приятно-то. За загривок-то, когда берут. Скулить начала. Тут собаки местные повыскакивали. Прям вот тут под дырку залезли мордами своими. Прям ав-ав-ав на нее. Ужас. Угу. Ну, что вы думаете? Вика открыла дверь же, вот эта вот она выбежала. Потом что у нас было? А потом еще одна ситуация была. Я ее туда, домой, заволокла. А она взяла дверь, открыла еще в комнаты. И она грязная по всему дому, по всему. Ой, что было. А я только пол намыла. В общем, красота. Пришлось опять убираться, все отстирывать. Пошла ее помыла. Вот такие пироги с этими собаками. Да, Джей? Ой, у нас тут вообще грязище. Ух. Вот. Что вам еще рассказать? Расскажу. Мы же квартиру вывезли все. Ездила я тут и больная, и какая... Хромая, косая, ездили убираться, все вымыли, покрасили обойки у нас там под покраску они и выставили на продажу.
Только мы выставили ее на продажу. В общем, Дженни, иди сюда. В общем, за день позвонили. В общем, в этот же день мы нашли, в принципе, покупателей, и нам дали задаток. Я даже вообще в шоке. Не думала, что так быстро будет. В общем, задаток дали, но сделка такая у нас сложная. То есть та, которая хочет купить у нас квартиру, будущий хозяин, она продала свою. Вот. Продала тому, кто берет ипотеку. И сама берет ипотеку. В общем, до, по-моему, до 6 или до какого-то там марта, в принципе, о, дальше, землеройка, будет это все оформляться. Но я очень рада. Скоро мы продадим ее, если все будет благополучно. И начнем продолжать будем стройку свою, можно так сказать. Потому что у нас, вы знаете, внизу конь не валялся еще. Да? Ну ты такая чистая сейчас домой пойдешь. Ну ты такая чистая домой пойдешь. Вот прям рыжит, рыжит. Вот. Будут денежки, будет какая-то возможность что-то купить. Может и мебель. И у нас до сих пор нет духового шкафа. Отдадим наконец-то все кредиты. Все долги раздадим. Ой, Дженни. А, порося. Ой, ну это уже проще, потому что кредиты у нас настолько такие большие, прям вообще вся зарплата мужа, можно сказать, туда уходит. Вкусно? Вкусно? Не то, что, да, мы тебя тут кормим. Ты вторую, да, луночку будешь делать? Что сюда будем сажать? Дженнёть, что сажать туда будем? Вот, тоже порекомендовали купить собаке игрушку Конг. Я нашла, что это такое. Заказала. Так что всем спасибо, девочки, за подсказки. Про намордник, про игрушечки. Потому что, можно сказать, собака у меня была, конечно, но уже давно, дала давно. Поэтому я уже все забыла. И можно сказать, что это все у меня заново. Ну ты посмотри, какая ты хрю. А? Только мытая, душевая, мытая, пушистая. И сейчас все извозякаешься. Ну вот у нас уже две. Вот у нас уже тут две луночки есть, да? Можно уже что-то туда посадить. Так, ты бульдозер или землеройка? А? Дженни? 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 Ты такой грязный. Ты такой грязный. А? Ты морда моя грязная. А? Ну что ты такой запросенок? Ай-яй-яй. В общем, сейчас пожарим шашлычок и пойдем доваривать. Не знаю, какой супчик. Ну, надеюсь, вкусный. Там как раз говядинка долго варится, поэтому... Поэтому. Кто поросенок? А? Кто поросенок? А? Беляешь, хвалим. Просто не надо мне обтираться. Не надо. Тем временем уже муж отнес первую партию, пока мы тут роем землю. Пошел за второй. Так что, друзья, дай бог, все получится. Да, молодец, да. И мы так быстро продадим квартирку. Ну, задаток сдали, я думаю, уже люди как бы не отступятся. Хотя все возможно. Поэтому, я думаю, скоро-скоро много-много чего опять предстоит нам делать, покупать. Вот. Будем продолжать с вами нашу стройку века. Ага, вон папа пришел, остаточки принес для жарки. Хрюню сейчас пойду мыть. Ой, ну что было, это хрюня, конечно, мне там весь дом испачкала. Ну, сейчас сразу ее за ошейник и в ванну
Лапы мыть, пузо мыть. Чё? Чё мы хвост? Пойдем к папе. Ой, когда ж мы тут все уберем, Антош? Какая-то помойка, честно слово. Вид ужасный. Угу. Манит ее туда и все. Смотри. Дыркой это. Ага. Так что, друзья, много с чем с вами я сегодня поделилась, рассказала. Можно сказать, такой разговор по душам. Немножко узнаете о нас. Сейчас еще покушать приготовим. И вообще будет все замечательно. Женюля, пойдем уже домой. Там уже супчик надо доваривать. Папа уже мяско дожарил. Пойдем мыться. Вот дыркой все, лезу туда. Интересно, что за жизнь там по ту сторону забора. Пойдем, мой хороший. Пойдем? Пойдем. Пойдем? Все, мой хороший, пойдем. Пойдем. Друзья, мы пришли уже домой. Дженьки лапки помыли. Готовимся отведать вкуснейший, наивкуснейший шашлычок с овощами и с лучком и с зеленью. Муж доделывает тем временем тоже. Не знаю, что. Шулюм, шурпа. Или что. Вот. Буду с вами прощаться. По голосу, наверное, уже слышите, что мне уже немножко легче. Да, еще с хрипотцой, но гораздо лучше себя чувствую. Ну, боже мой, 3 недели. 3 недели без голоса. Это... что-то. При этом еще болеть. Так что только стало, уже устала. Так что, друзья мои, здоровья вам. Самого-самого огромного. Да? Да. Да, это самое сейчас актуальное и важное. Всем до новых встреч. Спасибо, что остаетесь со мной и даете отличные советы. Всех вас люблю. Всем пока-пока.